Доброго времени суток, друзья! Перед нами Samsung Galaxy A01 Core, и в этом видеоролике мы посмотрим характеристики этого телефона. Делать мы это будем с помощью приложения CPU-Z, и давайте же откроем это приложение и посмотрим, что этот телефон из себя представляет. После загрузки мы видим, во-первых, процессор, это MediaTek MT6737 на 1,5 ГГц. На самом деле это довольно-таки мало для 2021 года, когда я записываю этот видеоролик, но телефон не так дорого уже стоит, поэтому за свои деньги, ну, в принципе, сойдет. Дальше мы видим здесь количество ядер, это всего лишь 4, то есть тоже довольно-таки мало, в нынешних телефонах минимум 8 во всех. И давайте перейдем к пункту девайс. Здесь у нас, во-первых, диагональ экрана, это 5,3 дюйма, то есть вот отсюда до сюда 5,3 дюйма. Телефон довольно-таки маленький, вот это мне нравится, я люблю маленькие телефоны, то есть по сравнению с моей рукой, которая довольно-таки маленькая, телефон вообще мизерный, и он довольно-таки хорошо в руку помещается, то есть это не какое-то огромное устройство, которым пользоваться невозможно. Дальше здесь мы видим количество памяти, здесь 26 гигов, вообще 32, но из них, получается, 6 гигов занимает именно сам телефон, его сам Android, я бы вот так даже сказал. В пункте системы мы видим версию Android, то есть здесь 10 Android. В последнее время, когда защита телефона обновлялась, это, получается, было... Здесь идет, по идее, год, месяц, день, если я не ошибаюсь. То есть в апреле последний раз телефон обновлялся. Реклама, ненавижу рекламу. Кстати, с помощью этого приложения вы можете проверить состояние своей батареи. У меня здесь написано, что состояние батареи хорошее. Да что ж ты будешь делать-то? Почему он не понимает моего пальца? Пойми же ты. Давайте перезайдем. Может, теперь заработает. Ладно, минутку. Я смог это сделать. Состояние батареи, то есть хорошее процент заряда батареи, литий-ионная технология батареи, также температура, это 31 градус по Цельсию, то есть батарея не перегревается, это довольно-таки хорошо. И батарея хранит в себе 3700 чего-то там. В пункте Thermal и Sensor здесь больше ничего нет, так что на этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях, мы с удовольствием ответим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!